Прямо Анатольевич, с победой говорили вы перед матчем, что будете над реализацией работать. Получилось сегодня? Как вы думаете? Забили 4, не 2. Забили больше. Во многом связано это сборная Азербайджана. Да? Поменяла немножко схему игры. Она больше атакующей, более агрессивной стала. Но и открываться зоны начали сзади. Вот с этой стороны нам было проще. Первый тайм получился получился и как бы по созданным моментам и фрагментарно были очень хорошие моменты, которые радуют. А хотелось бы, чтобы это была вот целостная картина тайма, чтобы вот эти все те красивые, хорошие, правильные моменты, чтобы они были системой. В втором тайме было много замен. Это связано с тем, что вы были чем-то недовольны или просто поперегли? Нет, чисто контроль такое функционального состояния девочек и где-то в голове уже все равно держим данию, что там достаточно большой объем работы придется делать. Как было принято решение о капитанской повязке? Попросил Ваню Генькинева посмотреть, кто больше игр сыграл за сборную. <сосмотреть> Это Неля. И она просто она молодец. Она такой достойно заменила Анну Кожникову, которой желаем скорейшего выздоровления и ждем ее. Как вам сегодня условия? Боялись, что будет ветер? Ну, не боялись, опасались. Но сегодня вроде погода не подкачала, да? Очень хорошо. Вчера прям такой ветер был, он реально мешал. И траектория мяча менялась, и трудно предсказывать ее было. А сегодня очень хорошая погода футбольная. Какие планы на ближайшие дни? С завтрашнего дня Восстановление в таком вооруженном режиме уже начнем тактическую работу перестроения под игру со сборной Дании. Послезавтра продолжим. И остается 28-й, это день перелета. Здесь как бы вот такой более-менее рабочий день получится.